Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз встречал. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. Боже, говорил малютка, я прозябый спать хочу. Кто ж согреет и накормит, Боже, добрый сироту? Кто ж согреет и накормит, Боже, добрый сироту? Шла дорогой той старушка, услыхала сироту, приютила и согрела, и поесть дала ему. Приютила и согрела, и поесть дала ему. Положила спать постельку, как тепло промолвил он. Закрыл глазки, улыбнулся и заснул спокойным сном. Закрыл глазки, улыбнулся и заснул спокойным сном. Бог и птичку в поле кормит, и кормит росой цветок. Бесприютного сиротку также не оставит Бог. Бесприютного сиротку также не оставит Бог. Смотреть, а то тут мешаться будет. Фонарик будет видно. Да светит хорошо вам. Фонарик есть. Да, не будет, наверное, видно. А, ну да, верно, конечно, будет. Все вышли, которые девочки, да? Они выходи, выходи, потом же вернутся. Ну, заминка, я. А, заминка. Так, ну и как ты? Очень видно. Да, вот так. Одну минуту, что это за деньги? Здесь 4 миллиона. Этого вполне достаточно, чтобы заплатить за право на вход в эти ворота. И никто на земле мне еще не сопротивлялся. Впусти меня. Почему твоя одежда такая грязная? Понимаешь, иногда мне приходилось собирать деньги в грязи. Я не всегда шла чистой дорогой. Но я никогда не думал, что моя одежда такая грязная. Действительно, какой же я грязный. Это я приношу тебе как право на мой вход в эти ворота и как символ моего тяжелого непрерывного труда в моей земной жизни. Этого недостаточно. Каким образом случилось, что твое платье то грязно? Ты не можешь пройти в Царство Небесное в такой грязной одежде. Что это? Это письма. Они написаны людьми, которым я делала добрые дела. Они все горячо благодарят меня. Поскольку была так добра, небо должно быть открыто для меня. Почему твое платье такое грязное? Что? Это так важно? Бери свои письма. Мне не нужны рекомендации людей. Я не могу пропустить тебя в царство. Вот книга, которую изучаю всю мою жизнь. Спроси меня, я отвечу тебе на все вопросы, хотя бы самые трудные. Это очень мало. Важно то, что ваша одежда такая грязная. Уходите. Да, верно. Почему я раньше не замечал ее цвета? Это свет, который исходит из этих небесных врат, делает мою одежду грязной и ничтожной. Я приношу тебе 3 612 768 молитв. Почему твоя одежда такая грязная?
Не читал ли ты завета Иисуса, омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Но меня уверили, что если читаешь молитвы, то все трудности исчезнут. Увы, оказывается, это неверно. Я страдал, я много страдал. Пусти же меня туда, где нет страданий и слез, чтобы я навсегда успокоился. Мне жаль тебя, но твоя одежда недостаточно чиста, чтобы войти сюда. Но я думаю, что моих страданий и слез хватит, чтобы мыть мое грязное платье. О, как мне счастье. Что? Почему этот человек, который не принес с собой ничего, так свободно вошел в царство? Почему ты не пускаешь нас? Заметили ли вы белоснежность его платья? Он омыл его в крови Агнца. Так написано в Откровении. Это те, которые пришли от великой скорби и омыли одежды свои, и убелили одежды в крови Агнца. За это они пребывают пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Слышали ли вы, что кровь Иисуса очищает от всякого греха? Но мы верили, что есть и другие средства, чтобы попасть в Царствие Божие. Оказывается, это неверно. Мы хотим сделать то, что ты говоришь, омыть наши одежды в драгоценной крови Христа. Теперь уже поздно. Надо было сделать это прежде, чем пристать пред вратами неба. Идут заснеженные дороги, мерцают звезды надо мной, а в сердце радость и тревога.
И в этой странной тишине, пронизанной прозрачным светом, звучит мелодия во мне о чем-то крепком, заветном. То музыка высоких звезд, благая весть и утешение. Верь, и к тебе придет Христос, свершится тайна воплощения. И в неизбывной красоте, заснеженной и тихой ночи, Господь, стремлюсь я вновь к тебе, и дух тебе молиться хочет. Как ясно небо, снег так чист, так свеж морозный легкий воздух, и месяц тоненький лучист, и ласково мерцают звезды. Не сходит в душу тишина, стремится сердце к очищению, благоговением полна, душа ждет твоего рождения. Убог мой дом, в нем нет красы, в нем нет величия святого, но жду в полночные часы, родись во мне живое слово, зажгись во мне небесный свет, о, пойте, ангелы, ликуйте, миг в сердце, страха больше нет, победу духа торжествуйте. Рассыпью кристальных звезд, срок настал, сошлись числа, в мир пришел Господь Христос. Это чудо воплощения вечной сути бытия, это радость и прощение облетело все края. Мир пришел Господь Христос. Хвалите Христа, хвалите Христа, ликует вся земля. Он радость принес, рожден Господь Христос. Аллилуйя, мы славим Тебя, мы славим Тебя, рожденного Царя. Хвалите, хвалите Господа Христа. Аллилуйя, хвалите, хвалите Господа Христа. Аллилуйя. Все-то ничего не получили. Сейчас был час своего спасения, когда притихло в свете ясных звезд, затеряно в израильском селении, не в дар без церкви, был рожден Христос. И пусть земля в тиши ночной томилась, грехом как будто воздухом дыша, и в искуплении жертвы появилась безгрешная и сильная душа. И Богу одному известно все, что ей дано пережить, скитаться часто не имея места, где голову усталую склонить, молясь, бороться за людские души, стараться вырвать их у сатаны, и часто-часто на коленях слушать, что скажет отче звездной вышины. У лис есть норы, и у птиц есть гнезда, а он пришельцем по земле пройдет. Но лучшее, что в мире есть над звездным, он людям как наследство принесет. И бег веков со дня его рождения до наших дней свой строгий счет ведет. А мне, рожденный, подарил спасение, и в отчий дом меня теперь ведет. Небо и земля, небо и земля ныне торжествуют, ангелы людям, ангелы людям.
торжествуют. Пастухи внимают стадо, оставляют чудо, чудо возвещают. Там в Вифлееме, там в Вифлееме радость и причина. Чистая дева нам родила сына. Христос родился, Бог воплотился, ангелы ликуют, небе торжествуют. Пастухи внимают стадо, оставляют чудо, чудо возвещают. Вечное слово восприняло тело. Во тьме греховной солнце засветило. Христос родился, Бог воплотился, ангелы ликуют, в небе торжествуют. Пастухи внимают стадо, оставляют чудо, чудо возвещают. Волхвы с востока Библии приходят. Ладаны смирно и злато приносят. Христос родился, Бог воплотился, ангелы ликуют, в небе торжествуют. Пастухи внимают стадо, оставляют чудо, чудо возвещают. Христу и Богу и мы поклонимся. Слава Вышний Богу, Ему возгласим все. Христос родился, Бог воплотился, ангелы ликуют, в небе торжествуют. Пастухи внимают стадо, оставляют чудо, чудо возвещают. Так, кто еще желает из присутствующих? Пожалуйста. Мы закончили. Называется «Собери слово». 4. Нужно 8 человек. Ну, дети. Сейчас коробки пойду. Давайте. Ира. Первая группа готова. Еще четверо. Вторую группу. Давайте четверо взрослых. Четверо детей, четверо взрослых. Давайте так интересно. Дети быстрее соображают. А что делать-то? Бабушки, выходите, Вере, надо собрать слово. Выходите, бабушки. Собрать слово? Да, это как видите, бабушки. Так, еще одна бабушка к нам. Бабушка, иди. Дедушка. Давай. Володя, ну выручила бабе царство. Все, дети, возьмите, дедушка. Давай. Так, вот что Лиза, сначала объясните слово. Мы потом нажмем вот эти, ну как сказать, буквы на слове. И вы должны собрать слово правильно. Встать по очереди, так что получилось слово. Так а мы же не видим, как мы. А вот другие подсказывают. Другие-то видят? Не поняла. Как она видит мою букву? Да, и вам скажет, какая буква. Поворачивайся. Ну, поэтому и сложно. Ну, поворачивайся. Четыре. Мы посмотрим на друг друга, чтобы составить слово. Я не буду смотреть. Смотрите, позвоночник хочу решить. Или как-то бери это его. Помогите прицепить, чтобы быстрее. Куда? На скотч быстрее. Сюда подглядывайте. Сюда прилепить. Ну да. Конечно, боль. Это же серьезный конкурс. Так, ну-ка тихо. Кому помочь? Не забудьте потом отлепить, а то все так уйдут. Все, можно смотреть? Нет, сейчас все вместе, чтобы. Так, а где тут наш пирог? Да. А где наш пирог? Подожди, подожди. Сюда, вставай, сюда.
теперь надо так делать. Ну, сейчас его перемешать. Перемешать. Ну все, на старт, внимание. Подожди, подожди, секунду. Что? А, не знаю. Ну, все, начинаем. Исайя! Исайя у нас! Нет! Берете берете. О, смотрите, эти стоят уже! Он знает, какая у него буква. Ну что? А нельзя говорить, наверное, какая буква. Так, все, пускай, пускай, составляйте. Ясли. Ну вы выстраиваете. Молодежь-то перехитрила, да? На какое дерево садится ворон во время дождя? На мокрое. Давайте так. Вот отгадал и подожди, чтобы другие, чтобы досталось другим конфет. А ты сейчас будешь отгадывать? Она красная? Нет, черная. А почему она белая? Потому что зеленая. Смородина. Что это, да? Ну, да, что это? Ягодица смородина. Да? Да. Так знаю. Какими нотами можно изменить расстояние? Какими нотами можно изменить расстояние? Линейка. Миля. 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 Ми и ля. Музыканты сидят тут. Можно ли в решете воду принести? Можно. Когда зима наступит. Лед образуется, тогда вот. Можно, если когда зима наступит. Шли два отца и два сына. Нашли три апельсина. Не резали, не пилили, а поровну поделили. Дедушка, как это можно? Сын и внук. Сколько нашли? Два. Три. Когда сутки короче, летом или зимой? Одинаково. Сколько месяцев имеет 28 дней? Февраль. Один. А ладно, надо молчать. Сколько месяцев имеет 28 дней? Февраль. Нет. Один. Сколько месяцев? Правильно. Ну, уже отвечу. Так, ты такой, давай. Последний, ладно. Сколько месяцев 28 дней? Не в каком месяце 28, а сколько? 28. В каждом месяце есть 28 дней. У семерых братьев по сестре сколько всего сестер? Одна. Одна. У семи братьев по сестре. Что идет из города в город и не движется? Железнодорога. Дорога.
Что можно приготовить, но нельзя съесть? Концерт. Что можно приготовить, но нельзя съесть? Железо. Холодный будешь и граблен. Больше учеников касается. Уроки. Пять человек, которые еще не участвовали, но... Ну вот Саша, Веня сидит. Да, давай. Что ты не стеснительная? Венька им чуть не раз, два, три, четыре. Сережа, ну-ка давай выйти. Вот, все раз, два, три, четыре. Вспомни, как ты нам делал. Саша, Веня, Веня и мама. Сережка маленькая. Такой же, как. Давай. Сережа, пойдем к нам. Мы все победим. Еще двое, давай. А теперь смотрите, прочитайте внимательно, кто быстрее все это сделает, тот и выиграет. Все! Давайте, давайте, не бойтесь, делайте что-нибудь. Стоит, стоит. Дядя Лёша выиграл. Нет, ну подожди, нам нужно, чтобы они все поделали. А что они ничего не делают? Она уже прыгает уже. Вы хоть зачитайте условия. Да, нам-то интересно, давай. Ну, зачитайте, дядя Лёша первый. Давай. Прочитай задание, двоеточие. Сосчитать, сколько человек в зале, и громко выкрикнуть число. Никто не знает. Подпрыгнуть три раза, повернуться на 360 градусов и поздравить всех с Рождеством. Точка. Если вы внимательно прочитали задание, запятая, сядьте и сидите тихо. У всех одинаково было? Да. Самый умный. Быстрее вас всех читает. Кто быстрее всех читает, это проще уже, как бы не в том возрасте. Да, конечно, конечно. Давайте задание, вот новый человек встал. Говорит, никто не участвовал. Все, поди дрозды. Давай еще. Расскажи задание читать тебе. Анатолий Кузьмич хотел. Ну я хотел, есть хороший. Пенсионеры есть, и думаю, молодежь вот участвует, им то, все, конфеты, а старым ничего. Так вот я им маленькой шоколадочкой. Там это... Там поди шуточки такие сплошные. Да там. Там кусочек ДВП, наверное. Нет? Нет. Она как в гости. Аня, щешки стремились. Какие твои года? Давай,
Еще один очень интересный конкурс. Нужно четное число человек. Больше. Две команды, да? Нет. Тут просто человек. Больше. Всего четыре. Костя, иди поиграй, ты не играл. Иди. Спасибо. Давай. Еще. Раз, два, три, четыре, пять. Еще. Костя, тебя не хватает. Костя, выйди ты. Да, он участвовал. Исаак, иди. Она зайдет. Она зайдет. Правой рукой можно взять человека. Меня не будет, ты посмотришь, вспомнишь. А если я больше, меня не будет, я посмотрю. Берете человека, только не соседа, любого. Не соседа. Быстрее хватайте. Левой рукой любого. Нет. Не того, которого брали уже. Да, не того, кого. Так. И на там собраться нужно. А теперь распутывайтесь. Можно руки крутить там. Да, руки можно. Дай там ножом. Тихо. Вот уже вода на крещение, вечером здесь, а вот там, там. Вечером здесь. Да. Нет, просто внимание. Знаете, Yeah.
И будет приз тому, кто показывает, и тот, кто отгадает. То есть, кто сразу отгадал, руку поднимает, и я останавливаюсь. Это надо Лёше. Лёша хорошо показывает. Кто, ну нет, ну желающий. Кто? Кто? Кто знает нет, песню? Нет, ну не маленький сначала, давайте. Я маленький не слушаю. Ну ты не сможешь. Надо же, чтобы... Надо же, чтобы... Надо же, чтобы... Да, но они такие самые надевай. Которые знакомы. Я думаю, скажи, вот знаешь, на него, нет, на русском, но все смотрят, то есть он будет показывать. Скажи мне. Зачем тебе еду? Они все отгадывают. Я тоже буду отгадывать. Где отгадывают? Да, идите. То есть кто отгадает, или Антоновна, приз, и кто показывает, тому так, тоже а приз. А мне нужно, чтобы что там происходит? Да, а там будет звучать, там будет звучать песня, а Лёша будет... Нет, 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 раз, нет, они сразу показывают, там ёлочка. Там показывает, чтобы поняли люди, про что песенка. Руками нарисуй. Ну, как, кто как сможет. Да, да. А мы должны... Приухать, да что? Тихо-тихо. Зачем? Он будет смотреть на твой. Я буду. Так, все. Все готовы? Да. Сейчас начинается, и он показывает. Кто отгадал, сразу. Правда, ты ему заслужил. Это тихо, остановись. Тихо. Это вы, в общем, звук это говорят, и мне ничего не слышно. Ничего не слышно, давайте дам гром. Все. Чтобы он вообще не показывает. Положи в карман. Карман бегает. Нет, все нормально. Тише, тише, тише. Все. Это был дождик. Ну все показывать. Тихо падают снежинки. Все показывай подряд. Нельзя. Не говори. Что ты не спишь? Малышка не спишет. Насыпаю чуть-чуть. Хватит за бочок ровно. В лесу родилась елочка, в лесу наросла. Медведь косолапый там что-то. Так, сейчас тут пока это растягивает. Трусишка. Колыбельная медведица. Да? Ложка, снег мешая, снег идет, да? Так кому приз-то? Кому приз? Ане и Леша. Ну, Леша же отгадал. Так, кто следующий? Я. Ну, ты не отгадаешь, не покажешь. Кто? Я. Кто? Я. Катя. Так, все, готовы? Смотрим. Алексей. Все? Нет? Сейчас пока там проигрыш. Сейчас смотрите. Постарайся как больше показать. Сейчас сомневаюсь, не идет ничего. Да, все.
Родилась елочка. Все, легкая песня. Всем, всем. Всем. Кто запел, тому дам. Кто запел? Я. Кто еще? Кто еще? Я. Ну, поднимайте руки. Еще песня, последняя. Кто еще хочет? Можно я? Вон, я. Анфиса пела. Анфиса пела. Ну все, Аня, все призы заберет. Так, я тебе не дала, да? Так, смотри внимательно. Надо максимально, ну как бы, стараться. Все, готово? Туда. Пять. Улыбки. Саня, песня. Все больше песен было. Не успела я скачать все песни. Так что вот так. Что ж вы так, а? Видите, надо еще хорошо показывать, чтобы еще отгадали. Очень легкие песни вам. Видите, песни там. Все? Подарки раздаем. Давайте. Музыкальную паузу. Музыкальную паузу. Наши хитовые. Благовестнические. Вот, все.